Театре юного зрителя «Самарт» состоялся творческий фестиваль работников акционерного общества «Самара-Нефтегаз», их детей и учеников «Роснефть-классов». На сцену вышли танцоры, музыканты, вокалисты, чтецы, которых оценивало профессиональное жюри. Перед началом выступлений участников подбодрил председатель конкурсной комиссии, сценарист, шоумен, режиссер-постановщик детского музыкального театра «Задумка» Андрей Бершов. Друзья, давайте сейчас все поаплодируем, разгоним все волнение. Смотрите, фестиваль, конкурс называется «Энергия талантов». Но самое главное, из всех талантов это что? Это желание, ребята. Из всех талантов главное желание. Поэтому мы сейчас будем смотреть за вами не с точки зрения, что сейчас будут выступать профессионалы, нас будут удивлять. Нет, мы будем смотреть, как вы хотите это делать, как будут гореть ваши глаза. Здесь у нас праздник, фестиваль. Мы пришли, чтобы вы нас порадовали. Пожалуйста, радуйтесь, получайте удовольствие. А далее на сцене началось красочное действо. Нефтяники и их дети представили более 30 ярких самобытных номеров в разных жанрах. Большой блок фестиваля был посвящен искусству художественного чтения. Конкурсанты продемонстрировали свое мастерство игры на многочисленных музыкальных инструментах. Настоящий восторг слушателей вызвали вокалисты. Традиционно участниками фестиваля, который организует «Самара-Нефтегаз», являются юные жители Сергиевского района. На этот раз коллектив «Карамельки» представил номер под символичным названием «Вызов» и произвел на членов жюри такое впечатление, что они поставили ему высшую оценку. Коллектив занял первое место в номинации «Оригинальный жанр» в своей возрастной категории. Победителями фестиваля в номинации «Хореография» в возрастных категориях 7-12 и 13-17 лет стали коллектив «Импульс» и дуэт дебютантов Дмитрия Петержиковского и Евы Чудаковой. Другой дуэт Виктории Чудаковой и Варвары Епрынцевой в этой же номинации завоевал третье место. Сестер Чудаковых во время конкурса поддерживала мама Юлия Вячеславовна. В компании «Самара-Нефтегаз» она работает геологом в цехе добычи нефти и газа номер 7. Потрясающая, творческая, такая зажигательная энергия, которая просто проходила на одном дыхании. Огромная благодарность организаторам этого замечательного фестиваля за то, что они как бы вкладываются в сотрудниках, что они помогают развиваться им, показывают, на что они способны, как бы выходить на сцену, обмениваться опытом. То есть очень понравился нам этот фестиваль. Мы его ждем каждый год. По традиции, после выступления конкурсантов члены жюри провели для них мастер-классы, которые в дальнейшем помогут артистам в полной мере раскрыть свои таланты. Все участники и победители конкурса получили призы от нефтяной компании «Роснефть».